все интерактивно. Не-не-не, Коля, вон там вот надо переключить. Давай. Стрелочку. Культ, поход, труппы Якутского театра. Красный обоз. Фото сделано на площади Дружбы. Площадь Дружбы — это там, где у нас театр оперы и балета. Давай дальше листай. Все, последнее. Да ну нахуй. Их 107 страниц. Ебать, вот это Запорожец. А, это авиапорт Якутск. Зал ожидания. А вот это здание до сих пор стоит. Там в нем музей аэропорта. Что дальше? Ой, тетеньки с мотыгами. Мощение улицы деревянными чурками. Уклада чурочной мостовой на улице Ярославского. Вот этот, ну это восстановленный дом. Тут сейчас село находится, всякие эти. Здесь вот он существует. Это старый город, короче. Старый город, давай дальше. Магазин Холбас, ресторан Северный. Ни черта себе. Да, интересно, девки пляшут. Улица Амосова, 1957 год. Дом жилка операторов. Так, ладно. Давай что-нибудь поинтереснее найдем. Вечер в парке. Пляски лупят каблуками, доски кипят в воске. Выходной день на дамбе. Смотри, дамба как раньше выглядела. Что-то морда у этого дядьки знакомая. Педагогический техникум. Корпус фельдшерско-акушерской школы имени Орджоникидзе. Не улица, а имени. Школа 23. Школа 23 на 5-й линии. Где у нас 5-я линия? Между 4-й и 6-й линией. Я 3-й линии знаю, но 5-й, 4-й. Туб-диспансер. Дом политпрофсвета. Хирургическое отделение. Но сейчас до сих пор это, короче, морг нынешний. Да, да, да. А нет, вот морг. Оно одно и то же. Оно одно было. Детская горбольница. Это тоже стоит. Сейчас здесь детская инфекционка в этом здании. Видишь, как интересно. А это что такое? Выставка достижений республики. Вот что-то, блядь, смотри, на английском языке написано, нихуя. Главные ворота на территории, где вот мы сейчас с тобой находимся, это вот ворота. Совершенно все по-другому было, Николай. И тебе будет 107 страниц, по-моему. Ну дай чуть-чуть. А, ну вот, вот в данный момент мы находимся вот в этом здании. На втором этаже, то есть мы зашли, мы находимся с тобой, Колямбус, вот, вот в этом крыле, только окна выходят на ту сторону, да. Мы находимся здесь. Ну, я думаю, Коля уже начинает переживать. Смотри, какой наряд красивый. Девушка в красном, дай нам несчастным. Много не просим, палок 8. Так, ну ладно, пошли дальше.